Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами снова Перпетум, или же Александр, и сегодня я вновь готов приступить к игре в разные интересные игры. Да, сегодня первый день апреля. Апрель я месяц люблю, это один из моих любимых месяцев, хотя бы просто потому, что в апреле у меня день рождения. Ну что ж, сегодня мы будем играть в игру под названием Foul Space. А будет она нам рассказывать о похождениях некого космического петушка. Звучит странно. Конечно же, после того, как я увидел эту игру, я просто, как вы могли догадаться, не смог пройти мимо подобной игры. Я всегда стараюсь находить такие игры. Ну что ж, давайте приступим и посмотрим, насколько интересны приключения космического петушка. Первый уровень. Так, вот петушок. Что происходит? Солнце встало. Угу. Пора кричать. Ого, злой петушок. Ого, ничего. Что он с ним делается? Он готов сгореть? Это уже выглядит странно. Что за... Солнце это Пэкмен? Божечки, что про... Что это происходит? Подождите. Так, он долетел на этом контейнере. Я не помню, как он точно называется. О нет, викинги. Космический осьминог? Это чушь, это уже пахнет чушью. Бешеные викинги, ну что ж, давайте попробуем их убить. Ага, у петушка есть пушечка. Так. Как он установил себе на спину пушку? Ну ничего, классно. Что произошло? Давайте поймем. Наш петух показал солнцу фак. Я не хотел матюкаться, но мне пришлось сказать это, потому что он показал солнцу фак. Полетел к солнцу, а солнце оказался Пэкменом, и там живут викинги, и еще космический осьминог. И что это? Нажмите G, чтобы включить полный экран. У меня, благо, и так полный экран сейчас развернут. Так, прыгнули. Двойной прыжок. Нет, не получилось. Нужно нажать сначала прыжок, потом еще прыжок и задержать. Давай, петушок, лети. Хорошо, что петушки хоть немножко умеют летать. Давай, вот петушок. Нажмите P для паузы. Зачем мне это, я не знаю. Возможно, тут часто придется нажимать паузу. Ну, не знаю, пока все хорошо. Где викинги? И почему викинги так плохо настроены по отношению к петушку? Так злобно, агрессивно. Подожди, петушок. Я чувствую силу петушка, потому что ведет он себя достаточно плохо. Управление не очень. Петушочек. Что опять происходит? Что это за механический викинг? Ну что ж, он ненавидит. Мне придется ненавидеть его теперь. Давай, викинг, давай. Оп. Чтобы он меня не заметил. А чем он стреляет? Похоже, это на желток. Эй, на белок. Извините. Я сказал, что это желток, и они решили разозлиться. Кофе — это жизни, понятно. Какой-то очередной больной человек создавал эту игру. А, злой викинг. Блин, петух себя плохо ведет. Петушок, давай-ка ты будешь делать немножко более мягко. Давай, залетай. Чекпоинт. Угу. Будем бегать по большому механическому викингу. Можно еще и пушку заряжать. Ага, она еще и рикошетит. Эй! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Бац! Нет. А интересно, если он меня ударит, что будет? А, с них выпадает кофе. Понятненько. Такс. О, еще викинг, блин. Блин, уронили меня. Давай, взлетай. Тебе хватит сил? Я хочу, чтобы ты взлетел. Пожалуйста, петушара. Давай, петушканчик, петушкон, давай. Еще чуть-чуть, петушочек, давай. А, нет, не хочет. Посмотри, как ты петушок. Я все равно хочу убить этого викинга. Давай, петушочек, покажи, на что ты способен. Угу. Это похоже не только на белок, но на кое-что еще. Но я не буду говорить, на что это похоже, потому что я слишком... Вот оно, да. Я обманул викинга. Ну что, викинг? Белок. Я опять ошибся, я сказал желток снова. Что со мной? Возможно, я слишком сильно люблю желток. Хотя да, я желток люблю, он вкусный.
Оп-оп-оп, прижал к стене. Я буду как эсэсовец, петушок эсэсовец, эсэсовец-петушок. Убил викинга, да. Чух-чух-чух. Мне всегда нравилось, как бегают петушки. Мне это напоминает динозавра. Велоцираптора, раптор. Раптор так бегал, да, собственно, и... Аллозавры примерно так же передвигались, но вот петушок, он, конечно, крутой, но не сравнится с раптором. Рапторы были умнее, чем петушки. Возможно... Что за... Не буду заряжать, потому что, когда заряжаешь, они успевают подойти. Ну что, петушканчики, все? Блин, я убил викинга. А я на самом деле не хотел его убивать. Я хотел с ним подружиться. Блин, мне дали... Бумажную пилотку. Так. Это у них рот белый или просто они испачкались в мой белок? Вот это тоже загадка, которую нам необходимо, видимо, будет решить. Это у них рот белый или белок? Но они пачкаются. Значит, с помощью моего белка можно заблокировать их зрение. Давайте попробуем сгореть. Нет, я не горю. У меня мало здоровья осталось. И петушок еще и приседать умеет? А нет, не умеет. Нет, не умеет. Просто меняется немножко положение экрана. Так. Блин, ничего подобного я раньше не видел. И надеюсь, больше никогда не увижу. Хотя нет, надеюсь, увижу. Я люблю такие игры. Бу-б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 у. Викинги. Викинги. Друзья. Я не припомню, чтобы викинги унижали петушков. Не было такого. Нет, не было, вы врете. Такого не должно быть. Даже если не было, то быть и не должно. Оп, что это за штука? Поцелуйчики. Давай. Сколько я смотрел информации по поводу викингов и ни разу не видел, чтобы они как-то сражались с петушками. Я не знаю, петушки, они же добрые. Я петушканчика видел, он всего лишь один раз меня цапнул и все. Оба, бутылками кидаются. Смотри-ка. Он меня один раз укусил, ну как укусил? Тыканул один раз. Клювом. Да, это было неприятно. Светильники. Когда я слышу такой звук, сразу вспоминаю много интересных вещей, таких как Вектормен. Оба! Да, парень, я заберу твои трусы. Петушканчик без трусов плохой петушканчик, а вот в трусах петушкан будет хорош. Такс. Оба-на, опять. Злой контейнер. Давай. Мне нужно кофе, петушок, хотя мне еще полные жизни. Ладно, подожду немного, вдруг я их смогу потратить. Петушок! Шикарно. А теперь можно взорвать, давай. Отлично. Да. Тут нужно еще перебираться. Ладно, выпью кофе, мало ли, вдруг оно достанется моим викингам, врагам. И они тогда станут сильнее, чем я. И тогда будет беда. Это похоже на миниган. Вот так, да, ваши вещи я буду забирать себе, не подходите, даже не вздумайте. Что это за акулы? Нет, отстань от меня, отстань. Меня просто, походу, накрыло. Что я такое съел, петушочек? А, эти головы, они тоже атакуют, по всей видимости. Блин, они умерли об лазер или что, не могу понять. Блин, я хочу еще головы. Так. Викинги-хомячки, понятно. Так, есть физика, меня это радует. Главное, ребята, когда вы встретитесь с такими викингами, не подпускайте их к себе. Если вы видите, что петушок бьется с викингами, то лучше, знаете, не вмешивайтесь, потому что это может быть чревато грустными последствиями. Так, нет, кофе. Главное в этой жизни для петушка это кофе и курочки. Но курочек нет, поэтому только кофе остается и викинги со своими... Что это такое? Что это не... Пропеллер. Оп, забрал, все, отлично. Оп, лети, петушок. Так. Что у нас наверху? Эй, ты, что? А дальше я не могу перевести. Ха-ха-ха. Понятненько. Ничего не понятно, я вру всего лишь. Ха-ха, я просто неуч. Так, еще викинги. Попробую сразу сплэшем их долбануть. Не подходи, он даже не сможет подойти. Блин, он крутится. Тут где-то было кофе или я ошибаюсь? О, оно падает на меня. Отлично. Плавательные летающие каноэ. Хотя не у викингов были эти, как их... Блин, посмотрите-ка на них. Убили меня, петушка.
Я задумался о викингах. Викинги, вы понимаете, я хотел всего лишь вам помочь разговорами. Возможно, я бы своими разговорами смог бы отвлечь боевого космического петушканчика. Но, как вы видите, не получилось. А вы меня убили, сволочи. Если бы не вы, я бы отвлек петушканчика в его скафандре. Он подумал бы, да, интересный разговор, нужно послушать. А вы бы смогли в это время нормально себя почувствовать, убежать. Но, как вы видите, вы плохие, вы меня убили. Но ладно, ребят. В этот раз такая фишка не прокатит. А вот трусы твои я заберу себе все-таки. Почему у них такие интересные труселя? Я такие хотел бы сам в жизни носить. Вот у этого были классные. Хотя нет, они не такие стильные, как эти, например. Плавочки забрал. Угу. Надо бы наверх подняться. Угу. Док петушка она не пускает. Либо нужно всех уничтожить на уровне, либо найти какой-то ключ. Вот этого я не знаю. Сейчас мы и проверим. Мне кажется, что нужно всего лишь всех уничтожить, потому что ключа я не вижу. А, вон там еще проход налево есть. Значит, еще далеко не всех я уничтожил. Блин. Видимо, из-за того, что мы находимся в космосе, петушкана сильно заносит. И... Но опять же. Блин, мне чешется все такое. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И сюда. Вот так, да. Да, петушок. Щух. Так-так, аккуратненько. Аккуратно. Викингов нет. Викингов нет. Они только крутят систему и... Все хорошо. Оба-на! Босс с каким-то А, это большой... Я стреляю кофе, видимо. Интересно, у меня кофе... Это кофе такого белого цвета, надо полагать. Интересно, у меня тратится кофе, когда я стреляю? По всей видимости, нет. Ой-ой-ой-ой, красные ребята, красные! Чё, что такие красные? А вот этого бойца с большим запасом кофе, мне кажется, нужно будет приручить. Нет, по чуть-чуть. Ой, ребята, ну пожалуйста, нет, петушкана не тут. Ну, они убьют петушкана сейчас. Давай вот этого, последнего петушок, давай. Пулемет, все, фух. А этого, думаю, будет несложно убить, он не сможет сюда забраться. А нет, смог. Оба убил. Фух, жаль, что я не смог забрать его кофхей. Труселя, не улетайте. Как можно попасть вниз? Я хочу получить шлем. Если получится, я, наверное, смогу его одеть. Ведь эту бумажную панамку я смог одеть. Ну, по крайней мере, я ее взял. Может, ее одеть нужно как-то? А, да, вот она. Оба, да! Хо-хо-хо, теперь я не просто петушок. Я суперкосмический петушок-маляр. Боевой, конечно. Эта игра еще и очень разнообразна. Тут можно... шапки менять, прямо как в Team Fortress. Но, мне кажется, от этого толку немного. Есть какие-нибудь характеристики у шапки? Нет никаких характеристик. Вы грязные, ребят, идите помойтесь сначала, а потом поговорим, да. С первого попадания они падают, пачкаются и готовы получить порцию унижения. Вот так, да. Одного сразу...